Некоторые итоги можно тут подвести. Смотрите, на дальнем плане вдоль забора, это мои соседи, забор мой, я его делал. Вот. И я передал соседу 5 абрикосов, так, однолетних. Просто через забор передал, но перед этим я отрезал половину кроны. Это святое. Если бы я этого не сделал, вы бы сейчас этого чуда бы не увидели. Это был 2016 год. Почему я помню? Потому что участок я купил в 2015. Годом росли густо, начал раздавать. Но за ним прослежу. На ближнем плане, видите, в этот же год он сад садил. В этот же год он посадил вот эти вот деревья, якобы деревья. Ну, можете догадаться, что они так и не изменились. 17, 18, 19, 20, 21 и, наконец, 22 год. Это еще весна. Вот, смотрите, как выглядит мой саженец. Да, пересаженный. Да, по кронам 5 раз меньше, чем у моих не пересаженных. Но, согласитесь, сосед дождался урожая. Вот. Пусть и сразу, но дождался. Смотрите. А там, мой, тут если крупный план, вы можете убедиться, что он уже руки махнул. Он даже, вот видите, вон они сухие, даже не убирал. Вот палка, вот смотрите. Вот стоит мертвый саженец. Это рыночная. И вот эти рыночные саженцы, да? Вот, это бич наш. У нас сейчас в стране нет в сельском хозяйстве таких хозяев, которые сказали. Ну как, вот он за что-то отвечает, да? Какие-то показатели, бумажки ему ложат на стол, отчеты. Это может быть министр сельского хозяйства. Вот. Но дальше садоводство на данный момент не интересует никого. Абсолютно, его как бы нету. А цепочка учат в ней этим самым вузах, в ней создают сорта, по крайней мере, должны создавать. Потом испытания проходят в ГСУ, потом государственные, это было, все скорее, плодопитомники, и они сотнями тысяч, миллионами эти саженцы разносятся по всей стране. Так, ну, по округе. Это четкая цепочка была. Сейчас ее нет. Вы сами это прекрасно знаете. Для чего сейчас существует НИИ, и убей бог не пойму. Ну, давайте тогда смотреть дальше. Разницу увидели? Значит, есть над чем работать. Значит, если кто-то из вас, если Макаров, вероятно, что он прав, и ничего не изменится в ближайшие 100 лет. 99%. Моя правота 1%. Но мы с Макаровым не собираемся бить друг друга в морду. Мы уважаем друг друга безмерно. Вот. Сейчас после Латинкова он выходит вообще. Вот нет сейчас Боднара, нет Латинкова. А лидеры нам нужны. Вот он готовый лидер. И мы Москва рядом. Вот. Случится чудо. Будет выступать где-нибудь на расширенном заседании Академии наук. Потому что моложе меня. Может дождется. И смотрим дальше. Мы еще не все показали. Вот. Еще это. То, чем я практически посвятил этой сцене, чтобы она знала, что нас ждет, чем заниматься. Вот. Итак, кто-то должен вести беспощадную борьбу, как папа, наверное, мы будем вести с нарушителями, как там было, с этими расхитителями социума, а сейчас расхищается все, миллиардами расхищаются деньги, вот таким образом, вот таким образом. Сравнили? Смотрим дальше. Ну, как получилось, присылает мне 3 дня назад. Дарья Александровна, моя племянница, и говорит, ну, я собрала за 2 дня 32 ведра. Они уже выколопаны и уже сохнут. Это только за 2 дня. Всего я считал до 200, потом махнул рукой, а после этого собирали еще сотнями ведер. Вот такая, вот такой урожай. Осадик-то небольшой.